Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас 29 октября, 17 год, Харьков. 6.59 по Киеву. Перевели мы стрелочки назад. И тестирую фотоаппарат после ремонта. Была проблема с автофокусировкой. Где же ее проверить, как не на башенке Харьковской. По-моему, порядок. Фотоаппарат Sony CyberShot DSC-HX300 куплен три года назад, в январе 2014 года. И с тех пор побывал где только не, начиная от военных полигонов армейских, когда меня забирали в партизаны, и заканчивая под снегопадами, который у нас был, между прочим, два дня назад. 26 октября Северную Салтовку, которая сейчас в кадре, завалила снежком. Ух ты. Жёлто-блокитное утепление. Это прямо модным уже становится, не в первый раз вижу. Так. Еще на чем еще. В общем, фотоаппаратом я доволен. Пусть это будет реклама. Сломался у меня эта автофокусировка, сломалась, когда я снимал харьковский велодень и ехал, возвращался назад домой по таким буеракам, что странно было. Странно было бы не ожидать каких-либо проблем. Вот такая вот витиеватая фраза. Так. Ну, по-моему, классно все работает, все фокусируется. Да, сервисный центр забрал у меня месяц времени и немалую сумму денег. Ну, как... относительно стоимости фотоаппарата четверть нынешней стоимости фотоаппарата. Покупал я его в 2014 году за $600. Ультразум. Сейчас попробуем в парке Горького колесико это наше снять. Вот попробую при увеличении 200-кратном поймать что-то в объектив. От ветра шевелится. На три ноги. Камера. Ну, ветер сильный. Да, месяц забрали. $600 стоил фотоаппарат. Сейчас он долларов 300 стоит, по-моему, снят с производства уже. И где-то, да, почти треть этой суммы меня взяли в сервисном центре за ремонт, но бог не суммы. Месяц, конечно, ребята, это перебор. Но 21 век на дворе. Там какие-то запчасти за границей, все понятно, но я говорю, куда я попал, в Sony или в 80-е?
Так, это у нас общежитие ХПИ. Да что такое ХПИ? Второй раз называю ХПИ. Не ХПИ, конечно, а ХАИ. ХАИ. Харьковский авиационный институт. Рядом с ним же это общежитие находится, на замечательной горе Шервуд. Покататься там на лыжах просто чудно. Бугеля. Все как положено. Да, так вот попробую поймать в кадр. 50-кратное оптическое увеличение. И 200-кратное цифровое. Ну это консоль вообще, представляете себе, консоль при 200-кратном увеличении. Это все равно, что взять удочку, на один ее конец прицепить ключ и попробовать этой удочкой двери квартиры открыть. Где-то так. Не помогают никакие стабилизаторы, никакие треноги. Малейшее колебание и тетю. Не. Только... Хотел на церковь навести. Никак. Да. Говорят, во время Второй мировой в Харькове по церквям немцы не стреляли, дабы прицеливаться. Наводить удобнее было. Сейчас бы немцам было раздолье церквей, как и грязи в Харькове. Уже больше, чем светофоров, наверное. Пятихатки какие-то, ящики завода. В Харькове, между прочим, впервые в Европе в 30-х годах расщепили ядро атома лития. И как раз там, где сейчас, куда камера была направлена, я так понимаю, на пятихатках. Хотя, может, и соврал. Посмотри, зараза. Ага. Еще один повод отдать должное церквям, в смысле корректировки. Это церковь возле въезда в пятихатке со стороны Харькова. Ну, в общем, работой сервисного центра я доволен, качеством работы, если не сроками. Нормально работает фотоаппаратик, нормально прицеливается, нормально фокусируется и, по-моему, даже лучше, чем когда только купил. А может, просто уже я чуть-чуть навыками какими-то обзавелся, меньше допускаю ошибок. Пройдемся по городу и по домам. Хотел рассвет поснимать, но наш замечательный сайт
благополучно забыл про перевод стрелок и влепил восход солнца на час позже. 7 оптик UA. Молодцы, ребята. Мало того, что с погодой мимо все время, так еще и с восходом промахнулись на часик.